Всем привет из Сочи. Хочу похвастаться вот этой вот красоточкой. Все ее узнали. Это парфюмерная фабрика. Вот такая вот замечательная малышечка. Не получилось показать ее сразу после приобретения. Дело в том, что нас обрадовали в кавычках, что у нас еще до конца ноября будут такие проблемы со светом. Очень сложно выпускаю по поздним вечерам, вернее, делаю ролики, как-то пытаюсь выпускать, потому что целыми днями мы сидим без света. Но вот эта вот красота не может не поднять настроение. Посмотрите, какие шикарные корни. Сейчас поверну, покажу со всех сторон. Даже вот там есть начинающие. Вон, видите, пробиваются, зеленеют, начинают расти корешочки. Вот с таким паспортом. Когда есть вот такого плана паспорт, это говорит о дополнительном качестве растений. Действительно, растения хорошего качества. Видите, с обратной стороны такая вот розовинка на листиках. Шикарные растения с ответвлениями. На каждом цветоносе, видите, еще есть ответвление. На одном два ответвления и на каждом еще много цветочков. Куча бутончиков. И на второй кисточке одно ответвление. Там вот фирма. Замечательное растение. Лезет еще молодой лист и уже окрашен в крапушку. Очень красивая крапушка. Даже просто сам лист не может не восхищать. Посмотрите, какая прелесть. Интересно, вот на фабрике, у которой цветы были, ну, розовые, более темные, и крапушка была, то есть сам лист был потемнее, а ну, крап серебристый, а здесь сам лист был вот посветлее. Ну, конечно, цветочки, цветочки пахнуть дома стали просто шикарно, действительно такими духами нежными. Вот уже смотрите, у меня уже дома стали распускаться вот эти бутончики верхние. Вот этот вот уже у меня распустился дома. Шикарная губенка. Ярко-ярко, даже между оранжевым и желтым, больше даже в оранжевую сторону, с белым кончиком. На нижних лепестках немножко крапушек. Снимаю на солнышке. Не знаю, сейчас попытаюсь выключить вспышку. Покажу без вспышки. Хотя снимаю на солнышке. Мне кажется, так будет лучше. Но сейчас попробую убрать чуть в тенечек. Нет, но в принципе цвет, вернее, на солнышке получается. На солнышке, да, немножко теряется, она более в такую кремовую, желтую, настолько переливчатый цвет, очень сложно описать, какой цвет. И интересно, смотрите, обратная сторона, то есть такого же цвета, как и лицевая. То есть даже если с обратной стороны смотришь, все равно вот это вот чудо пышное. Я представляю, как будет красиво, когда откроются все бутончики. А я все-таки рассчитываю, что они откроются, потому что уже стоит у меня пару дней. Еще не поливала. Как-то здесь пару дней было таких тяжелых, не дошли до нее ручки. Еще не пересаживала, не поливала. Это все предстоит.
Шейку я уже все обсмотрела, конечно, шикарная, шикарная растюха, шейка хорошая. Сейчас покажу, вот видно, все листики хорошие. Так что растюха не может не радовать. Пахнет, вот не знаю, вот с 1,5 метров уже слышно этот аромат. Причем он такой ненавязчивый, очень приятный. Передать, на что похоже, даже не знаю. Где-то отдаленно ландыш, может быть, жасмин. Но оно как-то так перекликается все вот, ну, то есть нет, невозможно сказать, что пахнет либо ландышем, либо жасмином, либо еще чем-то. Замечательная растюха. Надеюсь, будет долго цвести и радовать вот эта вот красота. Всем советую. Действительно, это ну просто маленькое чудо. Цветочки у нее не крупные. У меня даже есть линеечка. Сейчас покажу. Вот. То есть где-то 4,5 сантиметра получается, да? Ну вот, давайте верхний, вот этот проще, наверное, будет. Вот. Да. Где-то 4, ну, 4,5 где-то цветочки получаются, не очень крупные, но из-за того, что их вот такая масса, из-за того, что цветоносы разветвленные, я думаю, это будет пышная шапочка, которую будет видно не только вблизи, но и подальше. Смотрите, какая лапочка. Ой, хожу и любуюсь. Поднимаю в себе настроение в это бессветие. Такая красота. Сейчас еще у нас солнышко. На солнышке хорошо, тепло. У нас, не знаю, то ли началось бабье лето. Непонятно пока. Было пару дней, были дождики. А сейчас опять потеплело. Прям хорошо. Даже вечером выходишь, очень тепло. Попыталась поставить ее на другое место, вот здесь вот в кресло, поближе к окошку. Думала показать здесь, на естественном свете, на дневном. Но все равно я вот смотрю, очень сложный сорт в плане передать именно цвет этой орхидейки, очень сложно. Поэтому, и как только я переставила ее в кресло, солнышко спряталось. Ну вот, покажу еще вот так, как есть. Это без освещения, то есть без подсветки. Просто вот от окошка свет. Все равно она светлее получается, чем есть на самом деле. На самом деле она более интересная, более яркая. И пока есть возможность, конечно, побыть на солнышке, стараюсь где-то выходить. Занялась сейчас своим садом, своими цветочками, своим цветником. Навожу порядок потихонечку, потому что в жару и было тяжеловато этим заниматься какое-то время. Вот сейчас всем этим начала заниматься. Ну, буду прощаться. Вам хорошего-хорошего настроения, таких же солнечных, светлых деньков. Конечно, побольше здоровья. Сейчас это очень актуально, потому что нас опять одели всех в маски. У меня даже ребенок в маске в школу ходит и в школе. Ну, будем надеяться, что это все скоро закончится. И мы будем потом вспоминать уже, не знаю, надеюсь, с улыбкой о всем этом. И пусть у нас все будет хорошо. Всем пока-пока и еще раз привет из Сочи.